номер 7. Я сегодня хотел поделиться своими козлятами, показать. Значит, у нас козы весной рожают, слава богу. Вот. И каких-то мы продаем. Там козочек, например, там часть себе оставляем. Вот, а это козлята. Мы их оставляем на мясо. То есть те которые мы не продали к осени, до осени выращиваем и потом на мясо продаем. Вот. Ну, если они у меня в загородке, приходится косить каждый день траву. Вот тут всякую, в принципе, травы много, там на участке. Вот, у меня сейчас позвонила соседка, говорит, что там наломала кленовых веток. Они очень любят кленовые листья. Вот, тем более такие эти веточки мягкие, прям, ну вообще козы все любят. Вот, поэтому сейчас пойдем и привезем ее. Тем более она попросила. Как бы ей хорошо сделаем, и нам будет здорово. Покормим козлят. Сейчас, успел отойти уже. Это же настоящий шампиньон. Даже не надо никуда ходить, ни в какой магазин. Раз, вот, вот, правда, он уже немножко червивый, но хотя это он еще свежий. Вот даже не знаю, куда собрать. Кепку, что ли? Кепка пригодилась, да? У меня такое ощущение, что если он есть один, то есть здесь еще. О, еще один, еще пошло дело. Вот сейчас как раз наступил пост. А что в пост-то есть? Вот грибы, картошечка с грибами. О, еще. Даже тут уже немножко кто-то их подмял. Ну как, о, какой большой. Ну, слава богу, ох, 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 какой он червивый-то, а. Ну это ладно, это можно вырезать потом дома. Дождик недавно прошел, ну такой небольшой, по всей видимости, вот они все тут повылезали. Еще один, о, еще целых три даже обнаружил. Ты посмотри-ка, они маленькие, и уже в это, уже некоторые червивые. Вот видишь, на обед уже насобирал, а пошел просто за ветками. Слава тебе, Господи, да, будет хоть что покушать. Собрался уходить, все, я никак уйти-то не могу. Иду, опять попались. И главное, все на одном пятачке, тут в радиусе 3-4 метров. Ну ладно, наверное, теперь точно все, поехал я за ветками. А кепку оставлю здесь. Ну, иногда надо чем-то их радовать. Сейчас мы их порадуем. А козы как будто никогда не ели, да, такого? Да, они пасутся. Да, как будто с голодного края. Вот как козы любят вкусняшки. Это, наверное, как мороженое для нас, может быть, или еще что-то, я не знаю. Витамины дополнительные, ну так шить. Вот она любит только козы. Коровы не будет, и баран тоже не будет. Они вот горное создание, поэтому
я думаю, тут и козлята поедят, и козам хватит. Если телегу отведу. Вот. В итоге что у нас получилось, да? Позвонили, попросили приехать помочь, ну как бы забрать. А тут еще и грибы заодно попались по дороге. Так что, слава богу, хорошо делать добро-то, помогать. Видишь, тут двойная, тройная польза получилась. Так что, ладно. До новых встреч, новым видео. Ну, а это сейчас пойдет на обед. Вот такие шампиньончики. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.